Давай, я снарягу разбираю. Начинаем сейчас с разминки прямо здесь, на площадке. Пока полный день. Разминки. Да, можно разогреться. Знаешь, он, по-моему, телевизор сам. То есть я прошел туда, не было. Thank you.
Я не буду гигиеничен. Очки одеты. Я останусь за кадром. Очки одеты. Очки одеты. Молодец, приехал. Дела сделал? Ну, не совсем, но так. Ненадолго. А ты здесь был на площадке на ней? Нет. Ну, посмотри, там интересные штукенцы. Ну, вижу, пока они однотипные. Типовые, я бы так. Нет, там разные. Так в Саратове такие уже давно стоят. Ну, только маленькая, да, как на сборке. Стасяну на секундочку отвлечь. Давай. Вот такую гаечку я говорил, Стас, смотри. Вот такая вот гаечка должна быть. И как бы нашел ось. Есть какая-то на базе появилась какая-то гаечка железная с шайбой. Железная шайба-гаечка. Ну вот она... Не такой, ну не такого. Нет, она просто такая. Вот такой что-нибудь. Вот такая шайба. Я понял, ты не все нормально. Ну, может, багажник. А, нет, не вижу. Я потому что перебрал багажник. Она была вообще? Ну, я не знаю, как бы, ну, ось есть, а гайки нет.
так, класс. Теперь следующий, смотри. Да. Теперь ты меня, да. Для тебя. Давай. Подсечь. Подсесть? Ну это подсечь, подсекаешь. Можно подсесть, ногу. Да. Нет, подсечь ногу. А. Это называется подсекаешь при маршировании, когда ты ее к себе подсечь. Да, ты как бы не ступни вот так делаешь прямо от футбол. Вот здесь можно опять же. К себе, да, подсечь на себя, да. Здесь получается,
отличается, это ничего от гаечного отличается. Барабан и там, если это не гаечный, то это не есть мясопор. Включай Bluetooth. Блин, Wi-Fi, да, надо. Включай Wi-Fi. Точно, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Не трогайте ее тогда максимально. Почему? Ну, чтобы ракурс. Стоишь, чтобы вы знали, как снимало. Блин. Надо паузу нажму. Да. Петр.